Итак, всех приветствую. Попросили на быстренькую сделать несложную коробочку в размере 65 сантиметров. Вот так вот быстренько оформили. Приемы весьма несложные. Почему неоднократно говорю, что комбинировать и совмещать плюс умноженное на растение в конечном результате приводит такому весьма несложному завершению. Заказчику, в принципе, понравилось. Решил немного показать завершение. Так что, ребята, упражняйтесь, тренируйтесь, и в конечном результате все у вас получится. Вот так вот. Весьма несложно. Резной борт. Оттененный. Что я вам напоследок скажу? Напоследок я вам скажу, что нет ничего невозможного. Старайтесь. Упорство, трудолюбие, терпение, послушание. Ежедневные занятия хоть понемножку. И в конечном результате все у вас получится. Все у вас будет, как говорится, очень хорошо. Потому что любой трудящийся вознаграждается. И тот, кто ищет, тот находит. Но прежде всего это смирение 100%, послушание, ну и много заниматься. Будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. С наилучшими пожеланиями я к вам. Всем мирного неба над головой. И пусть всех хранит Господь Бог. Все, до следующих встреч, ребята. Всем пока-пока.